Добрый день! К вашему вниманию хотим представить набор для ланча с японским именем и качеством Zojirushi SV-EXE. Набор поставляется в коробке из плотного картона. Внутри находится инструкция на японском и английском языках, а также сам набор для ланча в удобной плотной сумке для переноски. Набор имеет размеры 110 на 90 на 230 мм, вес 700 грамм с учетом сумки и комплектуется одной герметичной емкостью объемом 500 мл для первых и вторых блюд, обеспечивающей максимальное сохранение температуры продуктов, а также дополнительным контейнером для вторых блюд или салата, не требующих сохранения тепла. Основной контейнер предназначен для транспортировки самой разнообразной пищи, будь то холодное или горячее блюдо, и способен сохранить температуру продуктов в течение нескольких часов. Так, по заявлению производителя, при первоначальной температуре продуктов 95 градусов Цельсия, через 6 часов они будут иметь температуру 64 градуса. Основной контейнер выполнен из высокопрочной стали, а уменьшение вакуумной прослойки до 1 мм обеспечивает безупречную термоизоляцию и легкость. Диаметр горловины 65 мм. В крышке предусмотрен клапан для стравливания давления, образовывающегося внутри емкости. Миска выполнена из пищевого пластика, в которую можно разогреть пищу в микроволновой печи при обязательном снятии крышки. Сумка изготовлена из прочного и плотного материала со специальной полочкой под контейнер. Удобный и компактный набор Zojirushi SV-EXE можно брать с собой не только на рыбалку, в дорогу или пикник, но и в школу или офис.